Боец Гаджи Омар Гаджиев дебютирует в лучшей лиге мира. 17 апреля непобежденный средневес из Дагестана выступит в соглавном бою на турнире UFC в Лас-Вегасе. Его соперником станет другой новичок промоушена Кайо Боральо из Бразилии. Чемпион России по ММА осенью прошлого года одержал победу над бразильцем Янси Сильвой на шоу главы UFC Даны Уайта, после чего получил контракт с лигой. Всего на его счету 13 побед, в активе Кайо Боральо 10 побед и только одно поражение.